Zakharova, Denis, Bazdyrev. Следующий дуэт, может быть, не очень известный болельщикам спортсмены, которые сейчас на льду. Илья, представьте их, пожалуйста. Ну, я думаю, Лену Захарову не нужно представлять. Замечательная актриса, которая хорошо известна любителям кино и театра. Денис Бастырев, совсем скоро, я вас уверяю, еще о себе заявит. Когда я впервые принес эту музыку, Лена Захарова не очень хорошо отреагировала и сказала, что для меня она скучная. Но посмотрите, как она здорово смотрится в этой композиции «Ragtime». Я слышал, что у Лены хореографическая подготовка неплохая. Насколько это важно для участия в проекте? Конечно, важно. Конечно, важно все. Но в первую очередь хочу сказать, что Лена большая труженица. Она очень упорно идет к своей цели.